хотите, чтобы ваш ребенок знал, что такое оркестр? Слушал классическую музыку, открыв рот? Умолял вас купить билет в филармонию? Тогда покупайте абонемент номер 3 «Сказки с оркестром». 12 ноября вы увидите сказку «Петя и Волк и Флюм-пам-пам» вместе с симфоническим оркестром и мастерами художественного слова. 17 декабря оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина, мастера художественного слова и солисты филармонии покажут сказку «12 месяцев». 1 апреля вы увидите сказку «Малахитовая шкатулка». Подготовили мастера художественного слова, солисты филармонии и оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина. До встречи в сказке!